Южно-Сахалинские волонтеры Центра молодежных инициатив поздравили горожан с Днем российского флага. Праздник утвержден в 1994 году указом президента. Однако впервые триколор был поднят в Москве 22 августа 1991 года над Домом Советов РСФСР. Акцию добровольцы провели на территории городского парка, где, несмотря на будний день, было довольно оживленно. Волонтеры подготовили более 3000 лент с триколором. Их не просто раздавали жителям, но и напоминали о правилах ношения государственной символики. Рассказывают, что нельзя их, конечно же, использовать в качестве каких-то брелочков на сумке, в качестве каких-то подвесок на автомобиле, что символ триколор, конечно, носится всегда у сердца, в виде красивого банта или в виде красивого сложенной какой-либо фигуры. Волонтеры уделили повышенное внимание подрастающему поколению. Ребятам рассказывали об истории триколора, которая началась более 300 лет назад.